Участники войны стали главными персонажами новой экспозиции, которая открылась в выставочном центре «Радуга». В одном из залов представили репродукции картин от Саратова до Берлина. В их число вошли работы русских художников из Русского музея, Третьяковской галереи, а также портреты саратовцев, героев Советского Союза, принимавших участие в крупных сражениях Великой Отечественной войны. Кроме того, на экспозиции представили фотографии из фондов краеведческих музеев Саратова и Вольска, музея боевой славы. Выставку приурочили к юбилею Победы, а также к 17-му дню рождения выставочного центра «Радуга». Стало доброй традицией в день рождения «Радуги» для детей нашего города делать новую выставку. И вот в этом году исполняется 70 лет Великой Победе, и мы подготовили новую выставку картин в честь 70-летия Победы под названием «От Саратова до Берлина».